Конкурс чтецов среди дошколят в Ленинске-Кузнецком – мероприятие традиционное и пользуется большим успехом. Ребята рады продемонстрировать свое творчество, свой артистизм. Для этого есть все возможности. Можно ярко и очень красиво представить свои таланты и выразительно прочитать произведение. Этот конкурс у нас проходит на протяжении нескольких лет и направлен на представление у дошкольников любви к своей родине. Тематика конкурса из года в год разная. В прошлом году стихи посвящали 300-летию со дня образования Кузбасса. На этот раз конкурсанты подобрали произведения, в которых ключевыми словами были «Родина», «Россия», «Родной край», «Любимый город». Люблю по городу шагать, люблю смотреть, люблю считать. Площадь Победы – это раз. Апрель – Дом торговли – это два. Три – фонтан удалец. Четыре – мой ледовый дворец. Также мы в этом году внесли корректировки в положение. То есть если в прошлом году и в позапрошлом участвовали воспитанники только подготовительных в школе групп, то в этом году была возможность участвовать воспитанникам дошкольных образовательных организаций от 3 до 7 лет. Большую работу провели и родители, и педагоги, которые выбрали соответствующее правилам конкурса литературное произведение. Тщательно продумали сценарий. Яркие костюмы, реквизит, красочные образы. Изюминка в каждом выступлении. Некоторые номера словно полноценная театральная постановка. Каждый конкурсант достоин, каждое выступление заслуживает похвалы, а также в каждом чтении стихотворения конкурсантам есть своя изюминка. Жюри было действительно сложно. Ребята блестяще справились со своей задачей. Все участники городского конкурса чтецов «Капели звонки и стихов» будут награждены грамотами Управления образованием администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.